Если смотришь на сегодняшнюю молодежь, иногда молодежь думает, отдельные девушки думают, как удачно выйти замуж. Вот. А другие думают, как сделать карьеру. Это к чему? Какой, что мотивация какое образование у женщин, получить? Да, значит, разная. Разная мотивация. Вот. Какое образование получить? Если ты получаешь хорошее образование, если ты настойчивый и сам повышаешь свой уровень, значит, ты хочешь какую-то карьеру. И ты двигаешься для того, чтобы достичь эту карьеру. А другие уже есть стереотип, что она хочет быть успешной домашней хозяйкой или прятаться за спиной успешного бизнесмена. И вот так устраивает и других людей. Значит, не все женщины имеют определенную цель и это хотят.